Если мы с вами прокрутим скролл-бар правой части колесиком мыши или указателем, то с левой части мы с вами увидим панель с кнопками 1, 2, 3, 4, 5, 10. Если мы наведем курсор на любую из кнопок, у нас будет всплывающая подсказка, которая говорит нам, что произойдет, если мы нажмем на кнопку 5. Мы перейдем к учебной неделе 5. Если мы нажмем на кнопку 10, мы перейдем на учебную неделю 10.